видел. То ли птички распевать, и цветочки распевать. И цветочки распевать. И листочки распевать. Все пристину, стену, стену. Я рисую речку. Thank you.
Республики Полено в отряде «Алые, белые, розы» жила-была девочка, которую звали «Красная шапочка». Решила Красная Шапочка отправиться за помощью к пиратам. Не дождавшись помощи от пиратов, решила Красная Шапочка отправиться в Англию, в Хогвартс. А почему Марта? Потому что я Бэтмен. Потому что я Бэтмен. Бэтмен, Бэтмен, Супермен, Браун! Дайер! А давайте сделаем и то, и другое. Lucky strike, got me so high. She got me, but she got me, she got me, she got me.
всю его семью. Куда ж теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат, и будто комья застряли в горле у него. Вот я пришел, встречай Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрою в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я к тебе такой пришел. Хотел я выпить за здоровье, а нужно пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил. Я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт. Нужно, знаете, расставаться, не кривить и не лгать душой. Нужно, знаете, оставаться где угодно самим собой. Нужно, знаете, верной быть, не дешевой продажной куклой. Нужно, знаете, так любить, даже если считают глупой. Нужно, знаете, честной быть и прощать только сердцем. Нужно, знаете, всех простить, все забыть и захлопнуть дверцу. Нужно, знаете, новый день, как желанного гостя встретить. Нужно, знаете, бросить лень, на вопросы на все ответить. Нужно, знаете, отпускать, не держать у ноги по привычке. Нужно, знаете, понимать, не сгорает любовь, словно спички. Нужно сердце свое беречь. Нужно, знаете, быть попроще. И мосты нужно просто сжечь, так дорога светлее ночью.
Нужно, знаете, очень нужно. Очень нужно мне сильной быть, потому что с твоею стужей так и хочется волком выть. Так и хочется разреветься, разрыдаться, как в первый раз. Как же хочется мне согреться, только льдом наполняет бас. Нужно, знаете, сердцем к сердцу, волей к воле, душой к душе, лучше, знаете, иноверцем в чистом поле, да в тишине. Отдавать, но так все и сразу, от мизинцев и до корней, и избитые к черту фразы, только искренность всех ценей. Полумеры оставьте в прошлом, или оставьте их для других. Мне, пожалуйста, просто крошки, вот как есть, и чуть-чуть запить. А вы знаете, все так просто, без обманов, узлов, интриг. Жаль мне только, что каждый взрослый их с лихвою, увы, постиг. Всем добрый вечер, всем хорошее настроение. Да простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо стихивает друг. Веселье час и боль разлуки готов делить с тобой всегда. Давай возьмем друг друга руки и в дальний путь на долгие года. Так близки, что слов не нужно, что повторяет друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье час и бой разлуки готов делить с тобой всегда. Давай возьмем друг друга руки и в дальний путь на долгие года. Вернешься ты, и вот тогда, тогда дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда.
это Орел и Решка. И сегодня мы в детской республике Поленово. По правилам программы, одному из ведущих предстоит провести свой отдых в качестве вожатого, а другой окажется пионером. У кого в Поленово жизнь слаще? У пионера или вожатого? Сейчас и узнаем. Орел. Реж. Поленово, встречай! Поленово – самая гостеприимная республика, расположенная на берегу реки Оки. Она включает в себя 9 провинций и людей разных возрастов и интересов. Отдыхающих привлекает не только прекрасное расположение республики, но и добрые традиции, существующие уже более полувека. С первым делом наши ведущие отправятся в столовую. Пионеру после того, как он покушал, нужно убрать за собой. А вожатый, эй, хлебушек подай и соль протри здесь. Поели, можно и поспать. Наши ведущие отправляются на тихий час. Сейчас бы сладенького и повеселиться. А у вожатого это единственное время для того, чтобы... А как отдыхающий проводит свободное время? У пионеров в свободное время есть возможность проявить свои творческие и спортивные способности. Вожатый тоже раскрывает свои способности. Юлия Цезаря делает сразу несколько дел одновременно. Прием, прием, по линейке не ходи. Списки через 10 минут занесу. А что же в случае болезни? Пионер окружен заботой. Ему предоставляется отдых и спокойствие. А вожатому приходится быть на посту при любых обстоятельствах. Как уже говорилось ранее, в республике Поленово хранят традиции и проводят всеми любимую грусть зарница. Там диверсант, ребята, он сзади! Вожатые тоже очень любят эту игру. Дискотеки.
Вот и отбой. Все готовятся ко сну. Такой насыщенный день был. Ну что ж поделаешь, такие правила. Придется спать. Ура, наконец-то спать. А завтра же концерт. И плакат нужен, и рапортичку заполнить. Мы же дежурные. Конечно, здесь волшебная атмосфера и прекрасные люди. Да, отдых Поленова подходит всем, и взрослым, и детям. На далекой Амазонке не бывал я никогда, никогда туда не ходят иностранные суда. Только Дон и Магдалина, быстроходные суда. Только Дон и Магдалина по морю туда. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, 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 и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Никогда вы не найдете в наших северных лесах длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах. А в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. А в солнечной Бразилии, Бразилии моей, такое изобилие невиданных зверей. Увижу ли Бразилию, 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 увижу ли Бразилию до старости моей. Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию, и я хочу в Бразилию к далеким берегам. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю туда. Только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина, только Дон и Магдалина ходят по морю. Ожерелье, диадема. Да, оказался тряпкой, я жалею, что хотела. Быть с тобой, быть с тобой, никогда нам не быть с тобой. Быть с тобой, быть с тобой, никогда нам не быть с тобой. По-любому я с тобой не буду, по-любому я не буду с тобой. По-любому в полумраке я дура, полупринц или полукарой. Ты меня не трогай. Диадема. И никогда нам не быть, 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 никогда нам не быть.
обладателя полка он. Ты меня не трогай, ты меня не трогай. Видишь, как любовь убивает. Ты меня не трогай, ты меня не трогай. Парни стали слабенькими, нам мужчин породи. Яви, всем пока не потеряли. Мы должны все по местам расставить. Погнали! Уровень, каждый день мужчин меньше жнет. Уровень, кому поплакаться плечо будет петь. Офигенная проблема, сломанная лапка, ожерелье диадема. Почему им всем везет? А мне я нравлюсь в кино везет. Платье сейчас ползет немножко, и она к нему ползет как кошка. Давай с тобой договоримся про пароль. Ты меня не тролль. Ты меня не тролль тоже. Один день из жизни женской Энской основана на реальных событиях. Сегодня 2 августа, четверг. Температура воздуха плюс 18 градусов. Зарядка на футбольном поле. Всем удачного и солнечного дня! Первое упражнение. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Наклоны вперед. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. Рывки руками. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, закончили. В квартире лягте на пол, три, четыре, выполняйте правильно движение. Внимание, внимание! Просьба всем жителям провинции Энская собраться около своей резиденции. Повторяю, просьба всем жителям провинции Энская собраться около своей резиденции. Спасибо. Тетя, спасем пойся!
объявляется белый танец. Иногда в жизни бывают такие моменты, когда все не так. Когда уже даже не больно, потому что все равно. Когда ты понимаешь, что близкие тоже могут предать. Когда вокруг тебя люди, а ты один. И тебе кажется, что весь мир против тебя. Но потом что-то происходит в твоей жизни, появляется что-то или кто-то, который помогает тебе идти дальше, и ты понимаешь, что все не так уж и плохо. И главное, никогда не сдаваться. Thank you.
На твоем пути тебе будут встречаться преграды, а иногда этой преградой будешь и ты сам. Твои мысли, твоя голова не будут давать тебе покоя. И когда ты запутаешься окончательно, вспомни, что в такие моменты надо слушать свое сердце. Деле все просто. Человеку просто нужен человек. Yeah.
Малиновки заслышав голосок. Припомню я забытые свидания, две жердочки березовый мосток, над тихою речушкой без названия. Прошу тебя, час розовый, напой тихонько мне, как дорог край березовый малиновой заре. Как дорог край березовый малиновой заре. А помнишь ли неведомо куда мы камушки у берега бросали, и пела нам малиновка тогда о том, о чем с тобою мы молчали. Прошу тебя, час розовый, напой тихонько мне, как дорог край березовый малиновой заре. Как дорог край березовый малиновой заре. Пришла любовь, ушла из сердца боль, исчезла речка вдаль, ушла юность. Но сердце, как и первая любовь, с малиновкой ко мне вернулась. Прошу тебя, час розовый, напой тихонько мне, как дорог край березовый малиновой заре. Как дорог край березовый малиновой заре. Планета Земля. Галактический музей науки и прогресса. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в нашем музее, и наш осмотр начнем с зала робототехники. Наша коллекция пополнилась 3 новыми экземплярами. Проходите, пожалуйста. Прошу, прошу. Экземпляр номер 1. Робот-уборщик. Выпущен в 2020 году. Включает в себя комплекс различных приспособлений для того, чтобы приводить в порядок любое место обитания людей. Простой, примитивный, но очень полезный. Вопросы есть? Нет! Переходим ко второму экземпляру. Робот-нянька. Примерный выпуск, год выпуска 2045. Посмотрите, он снабжен функцией подачи пищи, включение аудио, программ, игр и развлечений для детей. А что это за кнопка? Какая кнопка? Ребенок! А, ну тогда включается функция защиты, если наступает критическая ситуация. И робот защищает ребенка. А что такое критическая ситуация? Критическая ситуация наступает тогда, когда ребенку угрожает опасность жизни или здоровью. Но в наше время, в 2135 году, таких ситуаций на Земле уже нет. И звезда нашей коллекции, экземпляр номер 3, робот-солдат. Да, он доставлен с околоорбитальной станции защиты. Станция сейчас не функционирует, и робота предоставили для нашего музея. Пожалуйста, снабжен лазерным, ядерным, гравитационным, кварковым, нейтронным и всеми другими видами вооружения. Был роботом-защитником. Наша служба техническая проверяет системы робота на безопасность, и поэтому включено защитное поле. Ну что же, посмотрели? Теперь прошу пройти в зал истории космонавтики. Пожалуйста. Система безопасности выключена. Система безопасности выключена. Thank you.
нападения. Угроза нападения. Ищу объект нападения. Боевая готовность номер один. Но у нас сейчас мир на земле. Нет у нас войны. Так, это робот-нянька. Произвожу идентификацию. Уровень опасности нулевой. Ищу объект нападения. Ищу объект нападения. Объект нападения найден. Приготовить оружие. Боевая система включена. Помеха для выстрела. Помеха для выстрела. Ищу объект нападения. Объект нападения найден. Потеря ориентации. Потеря ориентации. Лазерный прицел сбит. Компьютерная система сгорела. Компьютерная система сгорела. На планете давно уже нет войны. Это мирные дети. Дети, надо убедить его, что у нас нет войны. Поднимите руки вверх. Покажите ему, что у вас нет оружия. А теперь скажите хором: на земле мир, на земле мир, на земле мир. Есть на земле мир. Посмотри на мир наш удивительный. Мы растем и движемся стремительно. Мы отслеживаем все события.
лапку болит. Now old man again. Ciao. Some girl, a big friend. Pick me now old man again. Ciao. Pick me now old man again. Ciao. Pick me now old man again. Grab a girl, grab a man. Then wait fast, wait slow. What's a wine punch up? Wait fast, wait slow. Every girl want wine punch up. Awesome, you drop like a jar. Stand up in my neck and down, I suck in the pond. Think man, rings, hands, hands about the song. What you wanna drink, what you wanna drink, yeah. Body so soft, you don't need no Switzerland. But you love the sweet thing, my kid, and him, sir. So say, boy, you put a food in the last six and her down. Bubble it, bubble it, bubble it. Take boss, bubble it, stop. Mark fun, bubble it, bubble it, bubble it. Get your own beer, I'm a chocolate. Bumba clap, pick me now, old man again. Chow, some girl, a big friend. Pick me now, old man again. Chow, pick me now, old man again. Chow, pick me now, old man again. Grab a girl, grab a man. Then wait fast, wait slow. What's a wait punch up? Wait fast, wait slow. Every girl want wait punch up. Come on, wait for me, mommy, like you doing an audition. Wrong, wrong things like you see on television. Yeah. Can I bring you to my kitchen for the next 300 days? And I tell you, my heart is like, yeah! I just wanna have fun. They got caught me, so behemoth, Teflon. Behemoth, Teflon. Set your ass and smash your neck, Batman. Bubble it, bubble it, bubble it. Take boss, bubble it, stop. Marak fun, bubble it, bubble it, bubble it. Get your own beer, I'm a chocolate. Bumba clap. Hit me now, old man again. Now, old man again. Chow. Some girl, a big friend. Pick me now, old man again. Chow, pick me now, old man again. Chow, pick me now, old man again. Grab a girl, grab a man. Then wait fast, wait slow. What's a wine punch up? Wait fast, wait slow. Every girl want wine punch up. Coming at them dance and them one dance. Coming at them pace and them mash up it. Everybody say we in a cockpit. Everybody say we in a cockpit. Dance, I don't dance, poop a lick. Chow, yeah, no. Beat the box, yeah.